19 марта в концертном зале «Уникс» прошел очередной день творческого марафона студенческой весны. На этот раз хозяевами сцены стали Институт психологии и образования и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Никого из присутствующих в зале не могла оставить равнодушным программа обоих институтов. Сегодняшние выступления запомнились зрителям яркими театральными и музыкальными номерами, а участники восхитились своей грациозностью и разнообразием актерского мастерства. Программа психологов с самого начала была настроена погрузить весь зал в настоящую сказочную атмосферу. Мы занимались съемкой видеоролика, который сегодня будет демонстрироваться на экранах. Это наш администратор Карина. Я и мой товарищ занимались непосредственно съемкой. Вот. Надеемся, что будет круто, всем понравится. Ну, главное, чтобы зритель кайфанул. А ролик будет посвящен Льву Николаевичу Толстому. Да, вот. В этот вечер абсолютно все продемонстрировали необыкновенный творческий замысел в своих постановках, которые были наполнены теплом и невероятным талантом. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универньюз.